Вот мне интересно, хочу обратиться с вопросом, кто знает, что вот это за фигня? Поцарапанная, царапанная. Вот, пытались тут полировать, шлифовать. Вот такое впечатление, как раньше, вот, копейки 11-е, кто вот знают. Как только ацетоном протрешь или бензин нарик, и вот он так вот, я извиняюсь, скукоживается или сжопливается. Вчера я попытался, вот с этой стороны был фонарь еще хуже. Я его сделал, отполировал. Ну, полировку вы видели все на моем канале и не раз. Просто удивительно, что случается с фонарями. От чего это так? И именно по вот этой части. Кто знает, ответьте. Вот пытаюсь еще поподробнее снять поверхность. От чего это такое получается? Ну тут вот похоже капля, как какая-то химия. Вот, ну все это вот такое мутное. И вот тут вот микротрещины, как будто старение оргстекла. А старение — это микротрещины всей толщины оргстекла, не только на поверхности, на наружной, а и внутри. И уже оно ничем не полируется. Вот такие вот дела. Так что, если кто знает, скажите, расскажите, что и от чего. Как лечится, я уже указывал. Шкурками, полиролями лечится, все хорошо. Вот. Ну а что это такое и от чего, так сказать, понятно.